бросок, добивание, и как там успевает среагировать Гаврилов. Браво! Бурга на флажке, как говорится, большинство, вот еще раз. Кемпель, плохой момент, просто бросит дальний угол, и вспыхнет добивание, еще один бросок, Юкуба! Вот это да! Успел переместиться Андерс Нильсон. Прекрасный момент, вы увидите, для того, чтобы... Подустали уже и нападающие авангарда, и обороняющиеся Амура. Еще момент, широко перед Борисов. Нет, это Лямин бросал. И какой момент сейчас. Браво. Отдыхание. И пас отличный. Ух ты, один на один. Бросок. Какой момент еще. Мюллер накатил на пятачок и сейчас тащит Гаврилов. Азеведов классно сделал передачу на Медведева. И передача, которую не сумел Томаш Нетик остановить. Здорово! Ух ты! Вот это сейв! Станислав Галимов выручает свою команду. Казалось, шайбе некуда было деваться, но как же здорово Галимов сыграл в этом эпизоде, а? Десятку лучших спасений недели. Момент, Борисов! Как шайба сейчас не попала в ворота, непонятно. Ну что ж, вот мы видим сейчас суперсейв Борисова, Берников. Как выяснилось, Гайдученко-то и нет, похоже, в Тольятти. Получилось, так что Линус Сумарк автор этого гола. У Лады тоже момент. Но промахнулся игрок мимо шайбы. И ответ Йокерит. Опасно. Это Умарк и Ежов. Браво! Илья Ежов, когда, казалось бы, уже все, шансов нет. Однако Ежов справляется с Умарком и вот так по-свойски. Всему и, мягко говоря, не слишком удачная игра. 0-3 от ЦСКА. И момент! Голран! Что делает? Атаку торпеда. Ну просто, как на учебнике. Все здорово сделали. Бросал Салминен после передачи Вольский. И шайбу-то поднял. Но бросок не очень сильный. Прямо в ловушку Атте Энгрену.